Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть здание! 15 часов в администрации округа раздался сигнал пожарной тревоги. Поступило сообщение о возгорании на третьем этаже здания. Беспокоиться не стоит, это учение, но их сценарий максимально приближен к реальности. За считанные секунды сотрудники покидают свои рабочие места, в то время как ответственные за пожарную безопасность и охрану обеспечивают полную эвакуацию из всех помещений. Оперативно на место ЧС выезжают пожарные. Итог учений: пожар удалось потушить, никто не пострадал. Помимо того, что здесь проводится, скажем так, эвакуация, да, персонала администрации в основном здании, но и во всех подразделениях, где администрации, которые находятся вне администрации, работают. Ну, это управление земельных отношений, имущество, торговля. Они то же самое в 15 часов проводят данную тренировку. Подобные учения устраивают ежеквартально в единый день эвакуации в Московской области. Так они прошли в Щелковском развлекательном центре «5 звезд». На момент тренировки в здании было немноголюдно, и буквально за несколько минут удалось эвакуировать всех находящихся в нем. Отрабатывается порядок действий при эвакуации, вырабатываются в людях навыки правильной безопасной эвакуации, правильное реагирование на ту или иную чрезвычайную ситуацию. И, соответственно, взаимодействие с администрациями объекта, всех оперативных служб. Уже мы как бы смотрим, как это будет все происходить. А вот в торговом центре «Кэмп» Щелково стояла задача на порядок сложнее, ведь это здание в 27 тысяч квадратных метров, где работают, проводят время на досуге, совершают покупки ежедневно сотни людей. Услышав сигнал тревоги, люди за считанные секунды устремляются к выходу. Здесь важно помнить, не стоит поддаваться панике. Стоит отметить, о учениях посетители центра заранее не знали, но и во время эвакуации сохраняли спокойствие, не создавая давки в проходах и дверях. Обошли все помещения, посмотрели на реакцию людей. Хочется отметить с положительной стороны, что сознание людей в целом меняется. Все понимают, что практически тренировки нужны и для чего они проводятся. Да? Есть отдельные недоработки со стороны наших жителей, да, но тем не менее в целом уже у нас это на более высоком уровне проходит и более качественно. Мы посмотрели взаимодействие сотрудников охраны, дали свои рекомендации, как правильно поступать, на что обратить внимание с администрацией объекта. Да, да. Есть у нас взаимопонимание, и я думаю, что мы такие тренировки будем проводить регулярно. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.